Всем привет! Сегодня мы посмотрим постройки, которые пришли на мою почту. Все ролики, которые приходят туда, попадают на мой канал, кроме тех, которые без озвучки. Электронная почта будет ждать вас в описании, а мы начинаем. Матис. Я его называю Матизик. Лучше съесть, конечно, конфету. Ну, я уже съедал. Вот, в принципе, оно ездит. Вот, нормально. Двери могут открываться, сразу же нажимаю на кнопку. Там тоже можно сидеть. Вот. Здесь тоже можно сидеть. Сейчас. Вот. На руль нажимаешь, вот. Снизу. А, нет. Потолок заезжает вверх. Нажимаешь на эту. Ну, это чтоб... Не знаю, просто по приколу сделал. В принципе, смотри, как он ездит. Ой, смотри, как он ездит, классно. Я нажимаю на X, но я уже... Потом на B открывается крыша. Нажимаю на V, закрывается. Нажимаю на M, открывается багажник. Нажимаю на M, закрывается. Потом нажимаю на R, русскую. Вот. Нажимаю на P, русскую. И обратно. Сейчас покажу еще. Не обращаю на название. Вот это по типу твоей постройки, которая на канале у тебя выходила. Смотри, чтоб летать. Вот. Сейчас я сделаю, чтобы не было видно. Просто так некрасиво, когда на крыше. Ну вот, автобус, на всех этих креслах можно сидеть. Потом можно везде сидеть. Вот перила сверху. Помощник водителя, сам водитель здесь должен сидеть. Смотри. Нажимаю на F и летаю. Сейчас. Еще покажу, как он ездит. Ну, так вот, в принципе, ездит. Пожалуйста, я хочу к тебе в ролик попасть. Ответь, пожалуйста. Привет, Ух. И привет, его подписчики. Я сегодня покажу мой самолет. С декором я не старался. Так вот. Вот. Я ничего не могла, что подеть. Тут надо поставить тортик и убрать фиксирование везде. Это у нас парашют. Ну так, как я сказала, с декором не трудился. Это моя самая первая механическая дверь. Я никогда просто не делал механически. Тут проходим, садимся, кнопку. На кнопку нажимаем, и мы взлетаем. Это все мои постройки я делал на телефоне, никакие постройки не делал на компьютере, потому что мне сложно. Так, летим. Опять упали. Ну, не так это работает должно. Должно загрузить его. Сейчас. Загрузился. И у меня что-то получалось постоянно, а что-то перестало. Не знаю почему. Или тонкие блоки. Ну да, кажется, тонкие блоки. Нужно будет, кажется, обновлять. Ну, короче. Я должен был, когда лететь, я сделал просто... У стульчика коллизию, просто я застилал в нем, вот, типа, не в коллизии. Я должен был идти, у меня дверь должна была быть закрыта. Нажимаю на эту кнопку, активирую парашют, прыгаю и падаю. Вот так вот. Вторая моя постройка, это танк. Почему я все быстро показываю? У меня быстро, что там, память. Выполняется. Его нужно убрать коллизию. Сесть его. Опять встать. Включить коллизию. И убрать фиксирование. Так вот. Он ездит. Ой. А там филька. Вот. Он может поворачивать. Гусеницы не крутятся. Он может стрелять. Тремя патронами. Вот, например, человечек. Сейчас подождем, пока пушки
перезарядиться. Нажимаем и стреляем. Улетаем. Ну, вот так вот. Всем удачи. Пока. Привет. Ну, смотри, тут есть небольшой особняк. Двери работают, но тут еще ничего не построено. Хотела сделать картины, на которых можно рисовать, но у меня слишком мало этого пластика, чтобы так сделать. Двери работают, все идеально. Вот механизм, внутри. Первое видео мне вышло на 17 минут, другое на 5 каким-то чудом. Это, ну, смотри. А, нет, оказалось, оно спилось. Хорошо, так, смотри, тут ворота есть. Вот эта вот машина летает и ездит, этот самолет вертится и летает. Есть парковочка. Хочешь из моих блоков, можешь тут что-то построить свое, я тебя сохраню, можешь на них ездить. Ну вот, подожди, я... Ну, в принципе, на этом все. Смотри, прикольно. Детализация. Надеюсь, оценишь. Такой прикольный кораблик. Можно тпхнуться. Ну, тут часть управления. Типа, тут сохранная комната. Коллекция. Игровая комната. Бар. Тут лестница. Тут комнаты отдыха. Еще ниже комнаты. Ну, стол. Ну, в принципе, так быстренько мы прошлись. Надеюсь, оценишь. Ну, плюс этой карты в том, что тут есть тонированное окно. Все крутится, вертится, тут дверки закрываются, и тут сдвигают, выбрасывают, тут коллизия отрублена, поэтому тут крутится. Ну, я тебе быстро все рассказываю, потому что я тебе уже рассказывал. Тут, в принципе, это не ловушка, в принципе, даже ноутбук справится. Тут я вырубаю коллизию, тут я запускаю рычажки. Ну, и последний, активирую тут эти вот бомбежки. Так, первая концовка, это этот активатор ловушек тут спавнится, а тут кто... Все те, кто убегали, тут спавнится, и надо дойти вот до сюда. Вон. Забрать пистолет и меч, ну, и обстреливать тех, главное, чтобы ПВП было, ну, ты, думаю, сам понял, для того, чтобы убить, нужно ПВП, ну, или два портала. Если понял, просто, то, короче, забайте тем. Тут покажу, выходит кто убегает, тут активатор ловушек, и его просто сбивают при активации на кнопку. Плюс еще постройки в том, что тебе падать отсюда дольше, хотя когда ты с луны падал, ты падал в раза 3-4 дольше. Пам-пам, я еще видео. Это даже и видео не назвать, попрошайничество снять видео. Вот реально не понимаю, почему оно все было так гладко, а сейчас оно просто все неровно. Тут можно сюда, сюда надо пройти мини-паркур. Ничего особенного. Сам можешь потом поискать, где что прятаться. Зато можно, ну, все, где можно спрятаться, выделено. Ну, почти все. Некоторые места не выделены. Ну, тут очень весело бегать друг за другом, очень запутанно. Убегать легко. Хочу с тобой поиграть. Тут неземная платформа. Ну, пройти можно. На крышу поднять, спуститься. Так. А, чё? А, думал, что я заломся за пределы. Ну, в принципе, все такое. Зло очень. Вот, смотри, тут прикольненькая карта. Тут паркурчик можно пройти, платформу встать. Тут камеры, где расставлены, с помощью этого кресла можно их видеть и смотреть. Тут домик, можно спрятаться хоть в диване, хоть в шкафу, хоть в этой штуковине. У меня почти все не имеет коллизии. Ну, почти ключевое, все декорация почти коллизии. Ну, надеюсь, ценишь. Прикольно, да? Я просто так, одно такое колесо, 700 пластиков. Вот такое вот колесо, 700 появляешь. Ну ладно, тут вот машина, на коряна. Хотя вот это тут нет. Планирую перенести колесо в джип. Вот, смотрим. С подсветкой. Двойное управление. Вот, смотрите, вот такого прикольного. Ну все, еще на велике можно покататься. Так. Вот тут велик есть. Сам. О, блин, колесо надо будет. Вернусь, когда загрузится. Вот это белопортал, просто это сохранение. Вот, смотри, я тебе покажу первые два уровня. Дальше будет лучше. Вот, смотри. Тут можно отдать ноги, все. Ну и нужно. В принципе. Вот ты ставишь, он открывается. Если что, это лестница. Я не понимаю, как вдруг смог это забагать. Тут лестница можно перебегать. А я не предусмотрел. Тут можно вот так вот сделать. Даже если она перевернется, ничего страшного. Она обратно вот так вот встанет. Механизм, я скажу.
понимаю как, но мой друг, вообще надо поставить лестницу туда и сбросить ящик. Надеюсь, ты так и будешь делать. Но мой друг умудрил баг. Вот так вот. Ты чисто не ходит по правилам. Это упало с верхних. Это же. Тут смотри, надо постоянно прыгать, чтобы тебя не провалило сквозь. Теперь ты можешь проходить через белый портал. Ты проходишь туда. Если что, поляна можно лазить. А многие, блин, ставят. Смотри, главные правила. Не ставить его плавно. Ну, на этом все. Я тебе показал, конечно, 3 уровня, ну. Раз, два, пара. Так, ну, тут дискотека, все. Вон там домик. А вот здесь можно залезть. Ой, дом. Ой, ну, приходи. Прятаться. Ну, в принципе, на этом все. Не знаю, вот эта вот постройка уже не такая. Прикольная, ну. Все, да, буду скидывать тебе удачи. Надеюсь, посмотришь видео. Удачи.